У вас почему? Алло. У вас что-то не видно, не работает? А я вышел на улицу. А сейчас слышно? Да сейчас слышно, но у вас не видно. Слава Богу. Я прослушал ваши где-то около 30 лекций ваших. Я я сегодня смотрел. Я сам с Украины, да, с Ивано-Франковской области. Так. Вы слышите меня? Я слышу. Почему не видно вас? И меня жена... Я хочу поговорить, будь ласка. Так, подождите. Почему вас не видно? Потому что у меня... Я в поселке живу, у меня нет интернета, меня не тянет. Ну, у кого-то есть, проситесь у кого-то, и будет видно. Ну, я когда буду на работе, я буду в субботу на работе, можно перезвонить в субботу? В субботу меня не будет здесь, я уезжаю. Только до следующей субботы. Опа. Ага. Ну, я только хотел сказать вот это. Я прослушал у вас много лекций, видеолекций, конечно. У меня на работе есть скайп, Wi-Fi, интернет, да? И я скачиваю все ваши вот эти лекции, там, Андрея. Слышал только ваше. И я понял, я сам бывший адвентист седьмого дня. Ну, я немного считаюсь. И я когда послушал вас, вот эти все, что без рукоположения, они просто самозванцы, я понял, что это действительно секта. И то сильная такая пошлая секта, адвентисты седьмого дня. И я все время хотел связаться с вами. Я думаю, еще посмотрю несколько лекций, а потом я попробую связаться с вами. И я вас, слава Богу, сегодня, слава Иисусу Христу навеки, аминь, что я связался с вами. И я бы хотел, я не знаю, может быть, как-то поговорить с вами, мне много вопросов. Давайте отложим, когда у вас будет видео. Ага. Ну, у меня видео, вы в неделю не будете. Ну, будет, отложите, когда будет. Но сначала только в скайпе напишите, я свободен или нет. Напишите, что... Вы подошли, ага. А я тогда отвечу. Ну, вы минимум через неделю будете, да? Ну, через неделю. В эту субботу меня не будет. Угу. Ясно. В эту субботу не будет. Я просто хотел, я очень прошу вас, помолитесь за меня. Молитесь, потому что я в таком критическом состоянии, ну, непонятно. Сам себе не верится, что я 25 лет пробыл в адвентизме. Я 2 года назад понял, что это не туда я иду. И плодов веры, плодов, ну, сколько евангельских программ пришло. Никто не крестился за 20 лет в том селе, куда я ходил. Я понял, что Духа Святого там нету. Дух Святой не поддерживает. Это масонская организация, как свидетели Иеговы, как мормоны, вот это все. Я понял, что оттуда надо удирать как можно быстрее, потому что спасения там нету, 100%. И я начал, я имел бороду, запустил был 2 года назад, такую до пояса. У меня была борода, хотя я был адвентист, и все меня упрекали, ты что ты делаешь, ты как обезьяня ходишь. Я говорю, нет, его образ... Боже, и мужчина должен носить бороду, это святое святых. А потом я сбрил, а теперь снова запускаю, когда начал слушать ваши лекции, снова отрастаю бороду. И, ну, много еще, ну, я очень хочу с вами поговорить, очень, 100% от чистого сердца. Тогда напишите на бумаге ваши вопросы, и через неделю зайдете, вот в это же время. Хорошо. В любой день. Хорошо. В любой день. Вечером. Любой день вечером, да? Ну да, это удобнее так будет вам. А можете и днем. Только сначала напишите внизу, я свободен или нет. А, и когда я буду свободен? Сколько, какое время? Когда у вас будет видео, и вы внизу напишите по скайпу, вы свободны, можно ли вам зайти? Если я здесь, понял. Я свободен, потому что у меня много народу тут, и я должен узнать.
Ну, я понял. Как? Слава Богу, что я вас вживую поговорил с вами. Основное, что вы говорили, вы правильно сказали, все. Пока так держите. А у вас там православные-то есть храмы? Нет, вот тут католические. Ну ладно тогда. Вы пока помолитесь об этом. Вас Анатолий звать? Да, Анатолий. Остап Анатолий. Я пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Отца и полнота Святого Духа будет с вами и со мной, тем более, потому что я ищу это всего. А вы где живете? В каком месте? Я в поселке. А где? Близлежащие? Какие большие населенные пункты? Ну, есть Ивано-Франковская область, Украина, Ивано-Франковская область. Знаете? Западная, да. Украина. Коломийский район. Угу. А от вас Первомайск далеко? Что-что? Первомайск. О, я не знаю, далеко, да-да, далеко. Угу. Понятно. Ну вот так, пока все. Спасибо большое. Храни вас Господь. С Богом. С Богом. Вы смотрите наши видеоролики, вот последнее, новое. И что вы у вас будет, потом мы это все запишем. У меня все записывается, выставляется. Я знаю, вы говорили. Да-да. Мы говорим о хорошем, нам прятать не надо ничего. Ничего не надо. Прятают только те, кто боится или лицемерит. Да, именно так. С Богом. С Богом, аминь. Аминь. Выключайте. Да. Thank you.